Класс «Наноквантума» полностью оборудовала фирма ТНК спектральной системы. Компания выиграла в аукционе, который объявил исполком. За этот лакомый кусочек боролись три фирмы. Все, что здесь находится, оценили на 12 миллионов. Такова была начальная сумма тендера. К торгам на закупку нанооборудования для кванториума допустили три фирмы. ТНК спектральной системы, Промхимприбор и Биофарм. Во время аукциона две фирмы повели себя странно. Так посчитала Федеральная антимонопольная служба. Специально снижали свои ценовые предложения, а затем вообще отказались от борьбы. 1% от серьезной достаточно суммы. Он незначителен. Иные участники отказались от дальнейшего снижения. Но в конкретном примере здесь по одному шагу сделали и успокоились на этом. Выиграл тот, кто был нужен. Антимонопольная служба вычислила, что все три компании подавали заявки с единого IP-адреса, то есть с одного компьютера. Хотя две зарегистрированы в Казани, а третья вообще в Чебоксарах. Также раскрыла, что при аккредитации на аукцион у всех участников был указан один почтовый адрес. В республиканских СМИ появилась информация, что в картельном сговоре обвиняют и исполком Нижнекамска. Но сегодня на сайте администрации появилось официальное сообщение. Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района ответчиком по данному делу не является. Участие в аукционе, подача заявок и ценовых предложений являются внутренними вопросами самих коммерческих организаций. И это подтвердили в антимонопольной службе. Исполком Нижнекамска к сговору никакого отношения не имеет. А вот фирмы, участвовавшие в тендере, будут проверять. Все материалы переданы для возбуждения административного дела. Алсу Арсланова, Евгений Лазаев, новости НТР.